Хей, йоу, всем привет, дорогие друзья, на связи я Тумка, и сегодня я нахожусь со скином шпиона, но не просто так, ведь сегодня я зашел с левого аккаунта, выдал себе модератора, как видите, у меня ник MrCod2002, и я зашел для того, чтобы найти читеров на этом сервере, но на самом деле нет, совсем не так, ребята, это лишь обманка, это лишь причина и отговорка. На самом деле я буду телепортироваться к абсолютно рандомным игрокам на моем сервере и говорить, что они играют с читами, вызывать их на проверку, и во время проверки максимально их троллить, они будут переживать, волноваться, но в конце их будет ждать очень приятный сюрприз. Поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца. Я уверен, что он будет очень интересным, смешным и, возможно, даже в некоторых моментах будет жалко людей, потому что, возможно, троллинг может выйти немножко из-под контроля. В любом случае, ставьте лайк скорее этому ролику, ведь если мы наберем 10 тысяч лайков, я запишу вторую часть, то есть продолжение. И не забывайте, что я играю на своем сервере Raidvine, где совсем скоро уже выйдет глобальное масштабное обновление. Ну и также не забывайте, что каждый день в 16:00 по московскому времени я тут провожу сходку со своими подписчиками, поэтому заходите, так сказать. Ну а мы, пожалуй, начинаем. Я прописываю рандом телепортацию ко всем игрокам и просто кто остается, 3, 2, 1, бамц, это Логан ННДС. Телепортируемся к нему, я в невидимочке, и он у нас находится в шахте. Прописываем гейму 3 и смотрим, чем он тут занимается. Так, он топором добывает камень, интересно. Он тут копается, и наверняка у него есть хата, ведь смотрите, там целый дом, и скорее всего это именно его дом, поэтому давайте вызовем его на проверку под предлогом, что он играет с читами, и посмотрим, как он на это отреагирует. Итак, я выхожу быстренько из невидимочки. Все, я встал перед ним, ударю его разок, чтобы он на меня посмотрел. Да, я как бы модератор к тебе пришел, здравствуйте. И теперь я напишу ему шаблон. Шаблонное сообщение, которое я подготовил заранее, это привет. Ты попал на проверку на читы. Игнор или выход из сервера равно бан. У тебя есть 3 минуты, чтобы прислать свой дискорд. Просто вызываем чувака на проверку. Он, наверное, не понимает вообще, что сейчас происходит. Какая еще проверка? Я вообще, говорю, без читов играю, да? Что он говорит? А если у меня нету ДСМ? Хотя потом говорит, стойте, я сейчас посмотрю. Блин, мы заставили чувака переживать. Реально, мы заставили его понервничать. О боже, мне максимально некомфортно, но я подготовился к этому ролику очень сильно. У меня новый дискорд, чтобы меня не узнавали. А также я изменю свой голос специальной программой, чтобы меня никто не узнал, но в конце концов я в итоге покажу свое истинное лицо, так сказать, да, и выдам подарочки всем этим ребятам, потому что мне максимально их жалко. Можете мне 5 минут дать? Да, конечно, напишем ему. Итак, друзья, готово. Звоним ему прямо сейчас. Он скинул свой дискордик. Алло. О, да-да-да, слышно. Короче, ты попал на проверку на читы. Вот, это твой друг Павел, да? Да. А, в общем, смотри, да, смотри, ты играешь с читами? Вопрос первый. Нет, конечно. Нет, конечно, ты к ним... Просто я такой смотрю, что-то кто-то ломает. Я вот сам офигел, вот я просто вот так иду, иду. Идешь, идешь. Потом вижу такой, ну, вот я вижу вот железо, ну, и думаю, ну, сейчас скопаю. Потом иду туда, и там еще. Ничего себе, и ты два раза железо нашел? Ну, типа, да. Так, ну, это звучит подозрительно. Подожди, подожди, нашел железо, и через пару секунд еще железо. Так, подожди, вот ты немножечко подозрительный. А, значит, смотри, а это кто такие вообще, ребята? Этого я не знаю, вот это мой друг. А, у тебя дом есть тут? Угу, он вроде трехэтажный. Так, трехэтажный, хорошо. А алмазы есть у тебя? Ну, я, в принципе, никогда не находила, особенно мой друг. Так, хорошо, хорошо. Ну, это подозрение немножко, конечно, сбавляет, но нифига себе, у тебя много печек. Ты так много камня добываешь? Наверное, с X-Ray добывал, да? Ну, я тут особенно вот это, там же всего не можно же продавать, вот эти. И железо у тебя куча, короче, ресурсов у тебя слишком много. Значит, смотри, что мы с тобой сейчас сделаем. Мне нужны доказательства того, что ты не играешь с читами. Ты можешь мне как-то это доказать? Я могу демонстрацию. Демонстрацию? А что демонстрация мне твоя даст? Компьютер могу только демонстрацию завершить. Я понял. Но ты вообще давно на этом сервере играешь? Сколько? Уже 2 месяца. 2 месяца уже? Сказал, да. Так ты, получается, вообще постоянный игрок здесь, да? Ну, бываю, играю. А какой у тебя никнейм? Логан ДС. Логан ДС. Так, ну что же, надо как-то решать вопрос. Извини, я тебя в другую комнату просто телепортировал. А где твои друзья все? Он тут. Вот тут? Где вот тут? Внизу? В нижнем этаже? Вот. А, вот Павел, здравствуйте. Он тоже читер? Нет. Ну смотрите мне. В общем, смотри. А, моя задача вас проверить. Ваша задача мне доказать, что вы играете без читов. Давайте, я слушаю. Назови мне 3 причины, почему я должен поверить, что ты играешь без читов. Ну, это случайно было. Это случайно? Что случайно? Добыча железа, да, случайно и не бывает. Ну, я не знаю. Ну, просто реально, случайно. У вас есть алиби? Верно, это реально случайно. Ну, тогда должен сказать то, что ситуация достаточно подозрительная. Ну, реально, я только предлагаю демонстрацию. Демонстрацию. Хорошо, а почему у вас дом 4-этажный? Вы говорили 3-этажный. Это еще один обман. Я просто не смотрел. Понятно. Опять мой друг. Опять твой друг? Что он там опять наделал? Да, нет, да, он настроил вот эти этажи. Так, а мне кажется, что ты мне снова наврал. Почему ты мне говорил то, что у вас 3 этажа, хотя я вообще вижу там еще внизу этажей 5? Ну я откуда знал? Я не смотрю наверх. Ты не смотришь наверх, а куда ты смотришь? Ну, в принципе, ты можешь уже признаться, как бы я не буду ругаться. Все равно тут, ну, тут как бы все очевидно. Вы, конечно, меня извините, но. А где тут еще один портал? А, в смысле, а вы вообще где нашли? 4? А это вообще. А тут всего лишь один. А вы о чем вообще говорите? Я вот у вас перед домом стою. Вот,
брат, ваш дом, пожалуйста, смотрите, вот, там этажей 5 вверх, этажей 5 вниз, и тут целый чан скопанный. Что это такое? Мне вот кажется, что-то вот тут не так. Что-то тут не так, вот мне тоже так кажется, что-то тут явно не так. Вот теперь у меня к вам. Как вас на модерку взяли, если вы тупо троллите вот всех? В смысле троллим всех игроков? Я серьезный модератор, я не собираюсь троллить игроков. Ну смотри, ну как, вот как это может быть? Вот я тоже и спрашиваю, как это может быть? Как вы вскопали целый чанг? А я вас спрашиваю, как это может быть, если у нас коров? Коров нету? Причем тут коровы? Коровы пропали? А, они упали вниз? Не они, а он. Он корович? Ну вот, я вижу тут другана твоего, Павла. Вот я думаю, что он запросто может быть замешан в этих делах. Давай у него спросим. Павел, ты играешь с читами? Вопрос. Может, на Ютубе поискать? Может, вы сейчас это, на Ютубе? Мы на Ютубе снимаем? Ну да, вот просто я что-то видел, там, например, Тумка, там они что-то троллят. Потом, типа, он троллит, а потом что-то зовет... Кто троллит? Кто? Тумка? Какой Тумка? А чё твой друг мне говорит? Говорит, я не играю, но верни. А чего вернуть ему надо? Смотри, ну если ты не хочешь даже демку смотреть, тогда... Ой, тьфу. Да ну, демку, чувак, да. Что тут смотреть? Тут всё так очевидно. Вы вскопали целый чанг. Это я знаю, ну, есть типа, чит такой, нет, который вскапывает целый чанг. Я знаю. Послушай. Я разбираюсь в читах. Я очень-очень вот хорошо в них разбираюсь. Что мы можем сделать, если даже этого не было? Ну ты посмотри, подойди ко мне. Просто подойди ко мне и посмотри на мой скин. Вот я сзади. Посмотри на мой скин. Ты видишь этот правый глаз? Ой, точнее левый. Так это я. То, что такое. Ты я же понимаешь, да, то, что это глаз на ровно. Давай я скин с интернета такой. Этот скачу. Глаз не просто так там стоит. Я максимально я делаю свою работу. Скачать. Не, вы не можете такое скачать, потому что я шериф на этом сервере, и у меня единственного есть такой глаз. Ну, в общем-то, мне придется вас наказать. Извините, на счет 3 вы будете наказаны. Вы готовы к этому? Простите, пожалуйста, но я действительно буду вынужден вас наказать, поэтому на счет 3. 1, 2, 3. Держите алмазы! Да, это ваше сегодняшнее наказание. Так, ну а теперь я отключаю измену голоса. Привет. Чего? Чего? Стой. Как тебе такой, блин. Илон Маск? Это ты реально? Кто я? Стой, стою. Я тебе хочу алмазы вернуть. Зачем? Тебе нужнее. В смысле мне нужнее? Я их просто в креатив положу. А, так у тебя креатив. Так, естественно, если я владелец сервера. Верни, говорит. Ладно, забирай. Все, стак алмазов я вам даю в качестве того, что я вас немножечко потроллил. Да, я возвращаю все, как было, на свои места. Не бойся, это не настоящий ваш дом. Я ваш дом решил не трогать, потому что он такой прикольный, симпатичный. Тут бедный корович один, одиношенький. Дайте ему хотя бы подружить с кем-то. Вот что ты на меня так смотришь? Не знаю, что тебе сказать. Не знаешь, что мне сказать. Ты смотришь мои ролики? Конечно, смотреть. Я вроде, ну, конечно, вот неделю что-то вот не посмотрел. Опа. А потом что-то мне... Так, ну все, я удаляю твой дом тогда. Даже стало. Стой, я шучу. А, шутишь, ты смотришь? Я тебе неделю не посмотрел, а потом я такой смотрю, и ты мне сразу в рекомендации, я потом... Вот это, друг. Ну все, так уж и быть, дом удалять не буду. Ладно, спасибо, братишка, пошли большое тебе. Надеюсь, я не сильно тебя напугал всей этой темой. Все. Ты инфаркта не довел. Не переживай, это был просто троллинг. Увидишь скоро себя на Ютубе, может быть, посмеешься со своим другом. Все, спасибо тебе большое, братишка, давай, до связи. Итак, друзья, я уже нашел какого-то нового человека. И если же вам интересно посмотреть или послушать, вернее, как меня слышат все эти ребята, с которыми я созваниваюсь, то давайте я прямо сейчас вам включу послушать свой голос, когда я его меняю. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И да, я знаю, что страшный голос. Я надеюсь, ваши ушные клетки все еще в норме. Ну а мы, ребята, с вами нашли чувака XBOT 321, который, кстати говоря, телепортирует различных игроков к себе и, видимо, скидывает их в ловушку. И более того, он использует мой скин. Это, наверное, номер один причина, почему я выбрал именно его. И, кстати говоря, этот Павел 2018, стоять! Так это же чувак, с которым только что мы сидели! Каким образом он здесь появился, я не понимаю, но у них тут драка на бицухах. Давай! И кто же побеждает? Так, XBOT 321, если ты выиграешь, давайте мы его хильнем. Блин, я не успел его захилить. Итак, смотрите, теперь он быстренько выигрывает, и мы появляемся и начинаем его называть читером. Все, я возвращаюсь из невидимочки, бью его разочек. Так, он оборачивается и пишем ему теперь сообщение. По стандарту я написал ему: привет, ты попал на проверку на читы. Игнор или выход из сервера равно бан. У тебя есть 3 минуты, чтобы прислать свой дискорд. Посмотрим, как он на это отреагирует, потому как чувак такой начинает волноваться, типа, а, нет, что происходит? А может быть и нет, а может быть он такой спокуха, да, я не играю с читами, погнали на проверочку. Но он такой быстро ответил мне: у меня нет читов. Простенько и со вкусом. Кстати говоря, смотрите, что он добавляет. Он говорит: я сломаю ловушку, только не баньте. У него
него тут какая-то крутая, кстати говоря, сверхнанотехнологичная ловушечка, в которую... Ай, он меня... Ах ты, зараза, он меня в нее скинул! Нет, ребята, вот за это мы его точно не простим. Ну все, видите этот один глаз? Он ничего не прощает. Итак, все, возвращаемся к нему, и сейчас я просто дам ему один шанс зайти в Дискорд. Я пишу ему, у тебя есть 3 минуты, иначе я тебя баню. Ну а что, он меня затроллить уже успел, я тоже его затроллю. Он такой говорит, можно не надо? Блин, слушайте, звучит так, как будто бы он реально играет с читами. Прикиньте, сейчас мы реально читера какого-то словим абсолютно случайно. Хотя нет, говорится, сейчас зайду. Хорошо, что же, ждем тогда его Дискордик. И если он окажется читером, это будет реально очень смешно. У него еще вот такой неплохой достаточно домик, неплохая та ловушка и неплохой лифт, посмотрите. У него реально тут четенький лифт, все прям продумано. Это, видимо, домик какого-то его дружбана, потому что, видите, тут как бы тропинка, которая ведет от одного дома в другой дом. Ладно, лезть туда не будем. Ну что же, друзья, все, он прислал мне свой Дискорд, и прямо сейчас я пойду с чуваком играть, не знаю, общаться, что-то делать. Короче, проверять его будем на читы. В общем, позвоним ему сейчас и все узнаем. Алло, привет. Привет. Ты Xbox 123? Да. А, Xbox, извини, перепутал. Нормально, я просто Xbox люблю. В общем, смотри, ты обвиняешься в использовании читов на Raidmania. Почему ты с читами играешь? Я не играю с ними. Ты не играешь с читами, хорошо. А я тебя спалил несколько раз, когда ты играл с читами. Вот. А как ты можешь оправдаться? Да, ты меня палил, я не играю. Я видел тебя здесь, ты убивал чувака, и ты его бил килаурой. Причем то, что он тебя бил, а ты не отталкивался. Я все видел. А еще у тебя реакция мангуста, и я понимаю, что это явно какие-то читы. Короче, смотри, я сильно водиться с тобой не буду. Я даю тебе ровно 3 минуты для того, чтобы ты признался, что ты играешь с читами, и тогда бан будет не на всю жизнь, а на 7 дней. Ну, я не играю с читами. Так, ну звучит как-то неправдоподобно. Хорошо, у тебя есть какое-то алиби? Ну, демонстрация. Демонстрация экрана? Да. А вдруг ты прифотошопишь ее как-то? Я что, знаю, как, какие там у вас демонстрации экрана бывают? Не пойми меня, пожалуйста, я не буду играть с читами. Подожди, так ты все-таки играешь с читами? Ну, нет, я когда-то в прошлом играл, но... А, но? Сейчас нет, вроде. Вроде? Что значит вроде? А ну-ка объясни, как мне это нужно понимать? Типа, я не играю с читами, и все. И все, да? Без доказательств? То есть мне нужно тебе просто на слово поверить, получается, да? Да. Ну хорошо, ты понимаешь, что я просто так тебя на слово могу забанить? Не бань, я играю не один с другом, он расстроится, если меня забанят. Расстроится? А может быть, он тоже с читами играет? Нет. Просто я очень часто встречаю в последнее время игроков, которые в команде играют с читами, все вместе. Так что все, я по сути могу тебя уже банить, потому что ты мне так и не доказал то, что ты не играешь с читами. В смысле, как доказать, скажи. Ну, в смысле, как доказать? Ну смотри, ты сейчас где находишься, в доме у себя? Да. Сейчас я к тебе телепортируюсь домой быстренько. Ой, извини, случайно перепутал, я случайно не тот телепорт сделал. Так, сейчас, погоди секундочку. Сиди у себя дома, короче, пока не выходи, а я запущу свою программу для проверки на читы, окей? Окей. Только учти, что если она заподозрит, если она увидит в тебе какие-то читерские способности, то я сразу же тебя баню. Согласен? Так, а ты сейчас вообще где? Я у себя в доме. Ты у себя в доме? А это что за чувак? Это твой друг, который сейчас снаружи бегает? Тут один чувак бегает снаружи. Не понял. Не, это, там слева, это слева. Что? Я не знаю, я говорю, это твой друг, он там слева, какой-то мол какой-то. Мой дом не тут был. А где он был? Ты мне зубы не заговаривай. Я тебе говорю, что вон чувак гриферит, твой дом гриферит. Убивай его быстрее. Алло, он в твой дом уже прокопал. Ты куда побежал? Вон мой дом. Это что? В смысле твой дом? Так ты же говорил, там друг, там дом твоего друга. В смысле, вон там, за ним дом моего друга. За ним? Зачем? Это мой дом. Вот и мне интересно, в смысле, объяснись. Мой дом был там. А, ну да, твой дом был там. Давай, скажи мне еще, что эта фея злая спустилась с небес и начала тебя наказывать. Давай, это самое, я тебе говорю, зубы не заговаривай, читы показывай. Мой дом там был. Что ты мне про свой дом все время? Какой дом? Вон твой дом, он как стоял там, так и стоит. Это не он. Ага, то есть это не твой дом, а это не твоя тропинка, да, которую ты строил? Она была меньше. Она не была меньше, чувак, я когда сюда телепортировался, она такую и была. Давай ближе к нашей теме. Это не мой дом был там. Ты что со своим домом постоянно-то залип уже? Это твой дом, чувак, я помню, у тебя был такой же лифт, у тебя была такая же ловушка, вот, вода, сундуки, ты тут убивал челиков. Все как у тебя дома, а ты ловушка перекрыта, наверное, я не знаю почему. Закрыта на технические работы. И, кстати говоря, снаружи твоего дома какой-то чупакабра, я не знаю, что он тут делает. Че? А где мой подвал? Какой твой подвал? Я знаю, про какой ты подвал говоришь, чувак, алло, я тебе про читы сейчас говорю. Я, конечно, понимаю, что да, стараешься там зубы мне заговаривать, но со мной это не работает. Ты вообще где эти? Почему я тебя не вижу? Вот он я. Почему я вижу, что какой-то невидимка просто копается? Подожди, вот ты опять читы? Вот что за читы ты подрубил на этот раз? Пожалуйста, выключи читы уже. У меня нету читов. Ага, ты прямо сейчас невидимка, я модератор на этом сервере, и я тебя не вижу. Это что-то явно неладное. Вот же мой дом. Где твой дом? Ты под землей жил? Ты жил как в старые древние времена, подел
понимать, что это такое. Вот это что? Вот это что? Сейчас будет мой подвал. Вот это камень. Ладно. Я не понимаю, что ты пытаешься мне доказать. Чувак, я пришел тебе проверку устраивать, а не чтобы ты мое время тратил. Твой дом под землей, ты что, блин, пещерный человек? Вот здесь вот был мой дом. Давай, покажи мне свой дом, давай, где он? Вот здесь должна быть ловушка сейчас. Ага, да, вот и ловушка хорошая, ловушка, конечно. А, чувак, я мой понимаю, был... да, твой дом был тут. Я, конечно, все понимаю, чувак, у меня тоже такое бывает, когда я много часов не сплю, но, чувак, давай, давай ближе к нашей теме, читы показывай. У меня нету читов, один чит только вот есть. О, нифига себе. Вот ты говоришь, что твой дом, ну где, ну покажи мне, где твой дом, почему я его не вижу? Вот моя ловушка. В смысле твоя ловушка? Это твоя ловушка? Ой, извиняюсь. Прыгай туда. Да, я не буду туда прыгать. Короче, все, я устал, у меня время на исходе. Меня типа платят только за то, чтобы я 5 минут проверки на читы устраивал, а не 30 часов, как я сейчас тебе делаю. Поэтому, значит, смотри, все, я устал, короче говоря, от этого. Да не знаю я про твой дом, слушай. Я что, блин, модератор, чтобы тебе дома твои возвращать. Короче, смотри, я все, я ухожу отсюда, но не, я вынужден тебя забанить. Ты мне не доказал свою невиновность. Вот он, мой дом, вот моя ловушка. Да, твой дом, ты там живешь, на магмовых блоках. И что там тебе тепленько? Смотри, вот здесь сейчас будет подвал. Давай, подвал, показывай, давай, Ванга. Ё-моё, реально, нифига себе, какой подвал. Он опять обманул меня. Сейчас, подожди, копай. Ай, подвал, чувак, подойди быть. Ко мне сюда. Просто подойди сюда, пожалуйста. Просто подойди ко мне сюда. Давай, проведем с тобой ритуал. Значит, смотри, встаешь такой в угол, смотришь в этот угол, и просто, я не знаю, и просто говоришь: мне все показалось, мне все показалось, это все было неправда. Давай, проговаривай. Мне все показалось, это было неправда. Все, а теперь оборачивайся. В смысле? Что в смысле? Без смысла, вот же дом твой. У меня дорога сквозь дом идет. Это ну что? Я чё, знаю, что это? Это я, что ли, делал? Чё за фигня? Как это возможно? Ты администратор? Я, да, я администратор. Нет, я не администратор. Я владелец этого сервера и дарю тебе стак алмазов! Юху! Пускай фейерверки! Ладно, нет фейерверков. В общем-то, ладно. А на самом деле я все это время тебя обманывал. И на самом деле я... Тумыч, здравствуйте. Чего? Привет. В смысле? Я не верю. А вот так. В смысле? Как тебе, мой скин нравится? Очень. Я просто вижу, что с моим скином играешь, я такой думаю, так, надо бы вмешаться в его игру, немножечко его потроллить. Давай, расскажи мне свои эмоции, свою реакцию. Спасибо, капец. Я думал, ты меня сейчас забанишь. Ну, вообще так и планировалось. Ну, ладно, ладно, я сегодня добрый. Конечно же, я не буду тебя банить, я заранее знал, что ты не играешь с читами. Я надеюсь, ты не играешь с читами. Ну, а тот дом, вот эта вся тропинка, я не знаю, ты можешь использовать в своих целях. На самом деле, это был розыгрыш. Камера там, камера сям, короче, везде камеры. Ты мне нравишься. Ладно, надеюсь, что я не сильно тебя напугал. Сильно напугал? Ну, средне. Средне, средне. Нормально, на пятерочку так сойдет. В общем-то, можешь попросить моих подписчиков поставить лайк этому ролику? Ребята, ставьте лайк за этот офигительный троллинг. Обязательно. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр, да, спасибо за подписочку, за лайки. Ставьте лайк, если вам понравилось. И всем пока-пока. Воу, кстати, а ты знал то, что у меня много таких роликов на канале? Да-да, причем на похожую тему. И ты можешь их посмотреть. Камон, они же у тебя прямо на экране. Кстати, ты можешь подписаться на мой канал, а я буду танцевать от счастья. Ну и мне это очень сильно поможет, поэтому огромное спасибо за поддержку.